Броня черного Цербера. Такая вот. В характеристиках написано. Бонус за полный комплект. Используй бла-бла-бла. Имея при этом большой запас энергии, получает дополнительную защиту. Не защиту, а урон. Переводчики долбаные. Вот у меня сейчас урон 1292, но это НГ плюс хрен знает сколько. Плюс 3 или плюс 4 где-то. 1292 урон. Вот если я голову поменяю. Так. На мышь. А. Ну да, сейчас. Так, подожди. Блин. Это мышь, когда надеваешь, она вся надевается сразу. Злобная мышь, твою мать, твою мать. Получит дополнительную защиту при высоком уровне энергии. И... Урон 1292. Эй, парень. Ну чё вдвоём-то, нафиг? Нифига. Ну вставай. Блин, зря я. Так, урон 1356. Вот сейчас энергии много. И урон повысился. А защита как была 249, так и осталось. Вот. Такая вот бронька. 1356. Сейчас посмотрим. Энергия до 60 упадет процентов. Я поставил. Чтобы при первом прохождении получить броню черного Цербера, нужно сделать вот что. При битве с боссом, вот с этим вот, черный Цербер, собственно, да? Нужно, чтобы робот разбил вот эту вот емкость ракетой. И вон ту, две емкости. Вот это, и вот это вот. То есть, когда он начинает ракетами шмалять, надо встать около ракеты и уклоняться. Ракета попадет в емкость, она взорвется. И тогда дадут броню черного Цербера. Ну, 60% не хватает, чтобы урон повышался. Вот о чем я хотел сказать. А, нет, еще не все. Еще оружие. У меня есть оружие. Вот. Как оно называется? Структурные когти. Ну, не буду я читать описание, сами прочитайте. Факт в том, что это, в общем-то, двойное крепление. Но они вообще-то офигенные. На ком бы показать-то, что-то я тут всех перебил. Правда, вот этот след, FPS проседает с ним у меня. Вот этот след от них. У них урон офигенный, но они, правда, у меня прокачаны. 909, но они... 909 это двуручные, то есть...
В общем, эти структурные когти падают с последнего финального босса. Я не понял условия, но я его убил с первого раза в том бою. И мне выпали структурные когти. То есть, вот если с первого раза его убиваешь. Ну, хотя, может, это и не есть условие, я точно не знаю. Сейчас покажу еще, как они в бою. Юдю. Бах-бах. А! Еще щит, да-да-да. Щит, кстати. Ну, щит, вообще-то говоря. Нет, парни, нет. Ну, со всеми сразу убиться, конечно, это плохая идея. В любом случае. Вот такие вот структурные когти. Со щитом. Нет, щит решает, вообще-то говоря, в некоторых боях прям рулит. Ну-ка еще раз без щита попробую. Я хотел, ну ладно, фиг с ним. Не буду дрона теперь использовать без дрона. И что вдвоем-то, ну блин. Давай по одному как-нибудь. Вы не пройдете в эту дырку? Пройдете? Как? Как ты посмел? Побежал. Ой, зануда. Ну такие вот они. Три удара, 8 дыр называется. Три удара. НГ плюс 4. Враги жирные. Вообще говоря, мне эта броня черного сервера что-то не особо понравилась. Ну, как не особо? Я привык просто с той броней играть. Такие вот когти. Они как-то разные, даже в одной руке. Мечик, типа. Типа вот какого, типа вот. Что у меня мечика-то такого нет? Вот этого, что ли? Нет. Где-то вроде меч был одноручный такой же. Или я путаю. Может, у меня его нет просто. Вроде был такой меч еще. Ну, короче, ладно.